Всем привет, вы на канале Роботуб. Удаленная работа ныне стала не привилегией, а насущной необходимостью и новой реальностью, к которой слишком многие оказались не готовы. Офисное пространство от компании Nissan нового типа на мобильном шасси или робот-автомат, который приготовит отличный салат за несколько секунд. Смотрите в этом видео. Nissan продемонстрировал мобильный офис на колесах, который мог бы стать идеальным рабочим местом во время пандемии. Внутри фургона находятся кресло, стол и все остальные атрибуты, которые более привычно видеть дома или в офисе, но никак не в автомобиле. Поэтому такая модель авто отлично подходит для удаленных сотрудников. В салоне располагается секция с рабочим местом, пол имеет удобное мягкое ковровое покрытие, а на окнах находятся жалюзи, позволяющие создать нужную атмосферу. В комплекте идет качественное кресло Herman Miller Cosmo и антибактериальная ультрафиолетовая лампа. При этом рабочее место управляется через специальное приложение, а для любителей природы предусмотрены шезлонги и зонтик. В Nissan заявляют, что одним нажатием можно выдвинуть офисную секцию из задней двери. Активируемая через специальное приложение, эта функция может понравиться всем, кто хочет использовать зум в окружении природы. В этой секции даже есть пол из прозрачного поликарбоната. Представьте, что вы работаете в Excel и наблюдаете за дикой рыбой у себя под ногами. Caravan NV350 Office Pod гораздо меньше обычных домов на колесах, поэтому в нем нет кровати, умывальника и многих других атрибутов. Хотя это всего лишь концепт, у которого, вероятно, обнаружится куча недостатков во время реальной эксплуатации, сейчас он выглядит довольно привлекательно. О планах коммерциализации новой концепции пока ничего не известно. Showbotix. Компания DoorDash, специализирующаяся на доставке еды, приобрела стартап Showbotix, который производит роботов для приготовления салатов. Это нечто среднее между вендинговым автоматом и автоматизированной кухней. Машина по созданию широкого спектра салатов из любого количества компонентов без участия человека. Она способна работать по удаленным заявкам и выдавать готовое блюдо до доставки его курьером. В технической части салатного робота нет ничего сложного. Это смеситель, который берет порции подготовленных нарезанных продуктов и помещает их в контейнер в соответствии с рецептом. Количество вариаций блюд зависит только от набора контейнеров с базовыми продуктами, а пользователи могут сами выбирать, что положить в их салат. Главный интерес DoorDash к роботам от Showbotix в модели их эксплуатации. Изначально они создавались как дополнение к существующему ряду вендинговых автоматов для быстрого обеспечения салатами тех, кто предпочитает снекам здоровую пищу. Но в условиях пандемии востребованными стали не они, а схемы робокухни, когда клиент просто хочет получить еду, и ему не важно, где и кем она была приготовлена. Хочет вкусное блюдо, но не желает переплачивать за еду из ресторана от именитого шеф-повара, а дешевый труд салатных роботов как достойная ему альтернатива.